Цветы к 8 марта обошлись в среднем на 20% дороже в этом году для россиян. Как выяснила наш собственный корреспондент в России, главная причина – это удорожание логистики из-за экономических санкций. Дана Нуржан, наш корреспондент из России. Российские продавцы по поставкам цветов и раньше полностью зависели от Нидерландов, а теперь в цену заложено и подорожание энергии в Европе, и санкционные издержки. В 2023 году увеличилось транспортное плечо. Если раньше российские компании возили цветы напрямую из Нидерландов, сейчас все иначе. Сначала европейская компания довозит цветы по территории Европы до границы с Белоруссией. А там уже цветы перегружают на российские фуры и только затем отправляют в Москву. Больше звеньев, дороже логистика. Но даже такому раскладу продавцы рады, ведь они опасались остаться и вовсе без импортных цветов из-за санкционного режима. Сейчас стоимость транспортировки выросла на треть. В эти дни на московских рынках тюльпан стоит около 100 рублей или 600 тенге за штуку, а роза от 200 рублей или 1200 тенге. Процентов на 20 дороже. Не знаю, процентов на 30, может. Тяжко. Тяжко. Очень тяжко. Я не знаю, я как-то сберу. Цветочные компании переживают, что к следующим праздникам обеспечить поставки импортной продукции будет еще сложнее. При этом российские производители – это всего 17% местного рынка объемом 600 миллионов долларов. Но и они полностью зависят от импортного посадочного материала. Дана Нуржан, Шахзод Гамиров, Россия, Хабар 24.